сам, да кто ты в природе, грех души, важнее плоти, если безгрешен, брось в нее камень, если же нет, уйди от греха. Среди вас нет никого, кто бескорыстный, верь мне, вряд ли кто-нибудь из вас оценит, кем я был для вас на земле. Ты не просто потревожишь, ты не просто потревожишь, ты не просто потревожишь, ты не просто потревожишь. Мы в тебя верим, все в тебя верим. Мы тебя любим, все в тебя верим. Так тебя любим, все в тебя верим. Как такое? Как такая готика? Не нравится? Нет? Не по сценарию. Скорее всего, я не смогу завершить этот рисунок полностью. Thank you.
Как он такой? Никак. Понимаю. Не в силах что-то вам доказать. Над собой, кто бы ты ни был, все равно ты мой. Приходится вот таким вот стрёмным методом закрашивать. Уйди, ты не мой сын, сказала мать Петра, когда он вернулся с поездки. Что интересно? Не интересно, нет? Нет? Хорошо. Не будем спорить. Потому что царь-то не настоящий. Записывают удивительно. Не хватает синего цвета, чтобы закончить этот пейзаж, чтобы завершить его. Не хватает голубого облака.
нас бессмертные, а тебе нужна вечная жизнь. Как видит потоки грязной лжи. За что мне смерть, Боже, за что мне смерть? Наши власти давно ждут еретика. Это он? Это ты? Сотвори мне чудо, Христос. Сотвори мне чудо. Ты же Христос. Самозванец. И, конечно же, башня Ксардоса. Наши власти давно ждут еретика. Не хватает мне оттенка нужного. Незавершенная работа. Поэтому я не буду ее завершать.